Tek Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpa, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Недавно в Тбилиси под эгидой посольства Кыргызской республики в Грузии с резиденцией в городе Баку состоялся прием по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской республикой и Грузией. С приветственным словом обратились чрезвычайный полномочный посол Кыргызской республики в Грузии Кайрат Усманалиев и заместитель министра иностранных дел Грузии Хвтисиашвили. В ходе приема были представлены картины о Кыргызстане, а также журналы о дипломатических отношениях двух стран и инвестиционных возможностях Кыргызской республики. Это моя вторая поездка в Грузию, служебная командировка, в ходе которой, значит, были решены несколько вопросов, очень важных, считаю, для двусторонних отношений. В этом году я ездил, имел честь вручить верительные грамоты госпоже президенту Саломе Зурабишвили. Верительные грамоты, как говорится, вступил официально в полномочия чрезвычайно полномочного посла Кыргызской республики в Грузии с резиденцией в Баку. Были проведены ряд встреч с ключевыми лицами, которые определяют характер и содержание двусторонних отношений. В частности, это были встречи и в Министерстве иностранных дел, это были встречи и с представителями Министерства экономики, это встречи в мэрии Тбилиси, мэрии Батуми, с депутатами городских советов, депутатами парламента, те, которые входят в группу дружбы, парламентская дружба Кыргызстан-Грузия. Вот, и также встречались с диаспорой, обсуждали их вопросы. Значит, в этот раз, в связи с тем, что этот год является юбилейным для двусторонних взаимоотношений, в частности, 10 июля 1993 года были установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией, то есть 30-летие дипломатических отношений. Вот в этой связи в Тбилиси был организован 31 октября, организован и проведен прием, значит, для наших партнеров, друзей, представителей международных организаций. Также были приглашены представители диаспоры, которые находятся в Грузии. Вот. И фактически это был первый прием в престижном отеле Marriott, значит, благодаря спонсорской поддержке наших почетных консулов в Грузии. Значит, как я уже сказал, состоялись встречи с заместителем министра иностранных дел Грузии господином Александром Хвтисиашвили, где вот как раз мы актуализировали повестку наших двусторонних отношений. В принципе, как раз к этому моменту мы, посольство, подготовило журнал специальный, вот, посвященный 30-летию двусторонних отношений Кыргызстан-Грузия, вот, где, так сказать, нашли отражение важные, скажем так, документы. Да, в этом году также и 25 лет подписания договора о дружбе и сотрудничестве, поэтому прием нужно было провести, поскольку до этого в истории двусторонних отношений такого уровня мероприятий не проводились, это нормальная дипломатическая практика. Также мной был совершен выезд в город Батуми, где я встретился с председателем Батумского городского совета господином Рамазом Чконе и также несколькими депутатами городского совета, которые, соответственно, вовлечены, значит, в вопросы, которые связаны с культурой, социальными вопросами. Там был поставлен вопрос об увековечении памяти нашего великого земляка, значит, Чингиза Туркуловича, писателя Чингиза Туркуловича Айтматова. В следующем году будет 95 лет. Кудайбурса этот вопрос решается положительно. Увековечение, также проводится работа по увековечению памяти Чингиза Туркуловича, естественно, в Тбилиси. Встретился с мэром города Батуми, тоже был плодотворный обмен мнениями, обсудили возможность, соответственно, установления побратимских отношений между Батуми и, соответственно, Топонатой.
Вот, есть уже положительный, соответственно, отзыв. Кроме того, в рамках продолжения укрепления двусторонних отношений мы обсудили вопрос проведения вторых межмедовских консультаций в Бишкеке. Первые проходили в Тбилиси. Также обсудили вопросы, связанные с официальным визитом министра иностранных дел в следующем году, планируемым. Возможность проведения после большого перерыва заседаний межправительственной комиссии тоже будет проводиться, планируется в следующем, возможно, году в городе Бишкек. Ну и вопрос, который есть, накапливается у нас в повседневной деятельности. Грузия нас поддерживает активно на различных международных площадках. Например, она выступила также как ко-спонсор, то есть автор нашей резолюции, которая была поддержана в прошлом году, в декабре, на Генассамблее Организации Объединенных Наций об годе горного устойчивого развития. Это инициатива Кыргызстана, как вы знаете. Еще в 2002 году состоялся первый горный саммит, тоже по инициативе Кыргызстана в Бишкеке. Был объявлен Международный год гор. Сейчас, развивая эту инициативу, Кыргызстан предложил уже концепцию, так называемый план действий, пятилетку по реализации, соответственно, резолюции по устойчивому горному развитию. И в этой связи мы очень плотно взаимодействовали. И Азербайджан поддержал, уже дал поддержку. И Грузия тоже поддерживает. У нас нет никаких противоречий по повестке дня в плане двустороннего сотрудничества. Есть только потенциал для того, чтобы его развивать. С каждым годом увеличивается количество наших граждан Кыргызстана, которые прибывают в Грузию. Многие занимаются бизнесом, кто-то учится. Для бизнеса в Грузии созданы очень хорошие условия. По мировым рейтингам она всегда в первых десятках, doing business, транспарентности и так далее. Развитие туризма, есть чему поучиться. Мы также в ходе встреч договорились о том, чтобы организовать совместный в две стороны, так называемый роуд-шоу. Когда, значит, и грузинские соответствующие туристические агентства могли бы сделать такой мастер-класс, поделиться, поскольку туризм в Грузии развивается, и, значит, есть чему на самом деле поучиться. Это очень большой потенциал роста. В Грузии очень много накоплено опыта по цифровизации, по, значит, оказанию услуг населению. Да, это то, что у нас частично внедрено, но тоже есть момент, по которым можно поучиться. Очень достаточно транспарентная экономика. Вот, поэтому мы в следующий год наметили, соответственно, это направление по укреплению, наращиванию этого потенциала. Торгово-экономический потенциал тоже достаточно большой, но он достигает где-то порядка 20, по итогам прошлого года, 26 миллионов долларов. Он тоже должен быть увеличен. Вот в связи с событиями, которые произошли уже с начала года на евразийском, скажем так, континенте, очень повысила значимость логистического потенциала Грузии. Потому что, значит, порты Грузии, как Поти, Батуми, крупнейшие, через них идет очень большой сейчас товаропоток. Вот. Перевалочная база, да? Да, это логистические возможности. Вот сейчас в связи с тем, что мы пытаемся нарастить наш транзитный потенциал, да, то есть в следующем году будет построена железная дорога. Если не построена, начнутся работы по соединению железнодорожными путями. Китай, дальше Узбекистан, Туркменистан, потом под Туркменбаши. Порт Туркменбаши, порт Алят, Баку. И с Баку, соответственно... Нижбиржул это случайно будет называться? Ну, нет? Это наш транспортологический потенциал, который очень перспективный.
То есть мы дальше, отсюда дальше это в Грузию, с Грузии в Турцию, и дальше Европу, да. Это, соответственно, там порты Болгарии, Румынии, да хоть куда. Да. Вот это направление сейчас очень активно развивается, поэтому грузинские наши коллеги очень заинтересованы, и мы тоже очень заинтересованы. Я думаю, что в этом заинтересованы все наши большие соседи. В первую очередь, конечно, наш большой сосед Китай. У нас сейчас очень много проблем, связанных с тем, что там наблюдаются, ну, скажем так, пробки, да, в северном направлении. Вот это направление сейчас становится очень перспективным таким хабом, коридором, очень интересным и для Азербайджана, и для Грузии, и, ну, естественно, для нас, для региона Центральной Азии, который, собственно говоря, locked регион, то есть мы не имеем прямых доступов к морям, поэтому для нас очень важно правильно использовать тот транзитный потенциал, который нам, так сказать, географически определен. Тбилиси – столица и крупнейший город Грузии. Он расположился на берегах реки Куры, на пересечении главных торговых путей между Европой и Азией. Когда-то Тбилиси именовался Тифлисом. Именно так называл его Пушкин. Каждый, кто попадает на здешние улочки, неизбежно ощущает дух истории, ведь город был основан еще в V веке. На 2018 год в городе проживает 1 миллион 150 тысяч человек, по национальному составу 89% грузины, а остальные основные группы – это армяне, русские и азербайджанцы. С чего начать знакомство с Тбилиси? Конечно, со старого города. Это район между побережьем Куры и крепостью Нарикала. Кафедральный собор Сиони, храм Анчисхати и крепость Нарикала, построенная еще в IV веке и разрушенная землетрясением в 1827 году. С вершины горы Мтацминды открывается великолепный вид на город. Рядом памятник «Мать Грузия», построенный в 1958 году. Кстати, первоначально монумент был выполнен из дерева. У ее подножья – ботанический сад, площадью 128 гектар. Это изумительное место для неспешных прогулок с знойным летним днем. Здесь никогда не бывает скучно. Растения со всего мира, места для отдыха, речка и даже водопад. Если не хочется долго ходить по парку, можно прокатиться на открытом мини-автобусе с гидом. Правда, нужно ждать, пока он наберет 10 человек. Рядом находится легендарный район серных бань – Абана-Тубани. Внутри любой желающий может почувствовать на себе целебное действие горячих серных источников. Кафедральный собор Святой Троицы – Цминда-Самиба. Видно почти со всего города. Это главная православная церковь в Грузии. Метехи – самый древний район в Тбилиси. Он расположен на скале на берегу реки. Основой района считается храм Метехи, вокруг которого когда-то и был построен и населен весь район. В советское время храм был фактически уничтожен, и только в 1988 году церковь была восстановлена. С разных частей города виден парк развлечений на горе. Он называется парк Мтацминда. Сразу появляется в голове вопрос, как туда добраться? Добраться туда можно на фуникулёре или на авто, прокатившись по живописным тбилисским холмам. Сам парк, скорее всего, ничем вас не удивит. Рассчитан больше на детей, но погулять здесь очень комфортно. Центральная артерия города – проспект Руставели. Вечером здесь очень людно. Играют уличные музыканты, в праздники проходят шествия. На нем расположена череда культовых зданий, таких как старое здание парламента Грузии. Многие протесты и бойкоты начинаются именно здесь. Национальный музей, всевозможные театры, отели, рестораны и сувенирные магазины. Легендарная школа номер 1, которая раньше называлась Тифлисская мужская гимназия, про которую писал еще Грибоедов, Тбилисская опера и много чего еще.
Еще один популярный проспект – это проспект Давида Агмашина Бели, часть которого является пешеходной. Здесь уличные музыканты, десятки кафе, магазины и отреставрированные старые дома. Летом проходят фестивали и народные гуляния. Что-то вроде московского Арбата или кусочек Европы в центре Тбилиси. Сегодня в Тбилиси появилась и современная архитектура. Мост мира – пешеходный мост через реку Куру, один из основных символов города. Идея создания родилась после грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года. Появляются первые небоскребы, которые, кстати, вызывают много недовольства у местных жителей, так как не вписываются в местную архитектуру. Например, отель «Билтмар» построила королевская семья Эмирата Абу-Даби за 140 миллионов долларов. Парк Рики – самый новый парк города, построен в 2010 году. А это Дом юстиции – центр государственных услуг в одном здании. Оформить документы на покупку квартиры за 15 минут – легко, бюрократии здесь нет. Кстати, лайфхак. В Тбилиси сложно с парковками, и если вы на авто, то можно смело парковаться за этим зданием. Стоит недорого, всего около доллара за весь день. Единственное неудобство для водителей – пробки. Ежедневно по городу передвигается более 500 тысяч автомобилей. И в часы пик движение по центральным улицам крайне затруднено. Если вы думаете, что движение выглядит непредсказуемо, то местные говорят, что когда не было камер, все было намного хуже. Тбилиси является крупнейшим транспортным центром страны. ЖД-вокзал и территория вокруг него, наверное, самое нетуристическое место. Повсеместная торговля в подземных переходах, из которых еще нужно догадаться, как выбраться. Торговля на улице, разбитые тротуары. Здесь же находится известный дезертирский рынок. В первую очередь это продуктовый рынок, но найти можно что угодно. В Тбилиси с 1966 года действует метрополитен. Две ветки и 23 станции. Есть автобусы и маршрутки. А вот тбилисский трамвай и троллейбус прекратили свое существование в 2006 году. В 2012 году городские власти открыли новую канатную дорогу от парка Рики к крепости Нарикала. Канатная дорога – одно из самых недорогих развлечений Тбилиси. За несколько минут кабинка вознесет вас к подножию статуи «Мать Грузия». Виды на весь город невероятные. Почему Тбилиси – отличный город? 20 минут на авто, и вы уже на природе. Наслаждайтесь закатами, вокруг теплый ветер и невероятные пейзажи. Джвари – грузинский монастырь, расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви. Недалеко от него находится Мцхета – древнейший город Грузии. Вы слышали про Тбилисское море? Но, конечно, это не море, а просто крупнейший водоем в городе. Место очень живописное. Рядом хроники Грузии. Монументальное произведение Зураба Церетели. Красивейший арт-объект. А вокруг живописные холмы, куда люди приезжают отдохнуть от суеты. Зарплаты в Тбилиси невысокие, согласно сайту Numbia, всего 300 долларов в месяц. Зато по данным компании Mercer, Тбилиси вошел в первую десятку самых дешевых городов мира. Интересно, что наземных переходов в городе мало, в основном подземные, в которых целые галереи граффити.
Повсюду на заправках американские сетки Dunkin' Donuts и Wendy's. В Тбилиси множество комфортабельных отелей, различных по цене и уровню звездности. С 2012 года реализовывается проект «Тбилиси Loves You» – Wi-Fi-сеть, которая будет охватывать всю столицу. Сейчас она доступна в центральных районах. В городе много зелени, даже в старой части много парков, скверов и садов. Сегодня преступность минимальна, полицейские не берут взятки и могут говорить по-английски. У полицейских классное авто – американские Форды Таурус Интерсептор, мощностью 360 лошадиных сил. Но на узких улочках Тбилиси реализовать такую мощность не получается. И большую часть времени эти авто плетутся со скоростью 40 км в час, с трудом протискиваясь по узким улочкам старого города. Зато туристы с удовольствием делают с ними фото. Были построены новые стеклянные полицейские участки. Какой отпуск в Грузии без вина? В городе много мест продегустировать местные вина. В Грузии 450 сортов винограда, так что выбор очень большой. Тбилиси – это еще и гастрономический рай. Баклажаны, хачапури, хинкали, шашлык и много чего еще. Грузинские дизайнеры знамениты на весь мир. В Тбилиси легко найти и винтажные вещи, и последние коллекции современных дизайнеров. Грузия переживает туристический бум. В 2018 году страну посетило 8 700 000 туристов со всего мира. Доля россиян из них составила 20%. Начиная с 2014 года поток растет на 10% ежегодно. В городе много казино. Очевидно, что нехватки людей, которые верят в свою исключительную везучесть, не наблюдается. Жилье в Тбилиси очень разное. В центре это узкие улочки и уютные внутренние дворики с развешанным бельем. Во многих из них сейчас находятся хостелы. Но есть и новое современное жилье. Например, вот такие кварталы. Есть и типовые районы с высотками. Сегодня большинство надписей в городе на грузинском языке с дублированием на английском. На русском языке в разы меньше. Время от времени до сих пор встречаются советские таблички. Как грузины относятся к русским? Прекрасно и дружелюбно. Конечно, у всех грузин разное мнение, если касаться политики. Но большинству европейский вектор развития по душе. А есть и те, кто ностальгирует по советским временам. Ну что, как вам Тбилиси? Ставьте лайки и делитесь видео. А напоследок давайте полюбуемся кадрами Тбилиси без комментариев. Снапоти чамо конда, алвиски чамо натали, а так напото ми амбе сакварлише мо натали. Ани на на ни ни на о, тани на ни на ни на о, тани на на ни ни на о, тани на ни на ни на о. Кого кого киси киса, кечамо дич киси киса, тали масви копита, гаматвери котснита. Ани на на ни ни на о, тани на ни на ни на о. Na 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 na
Напомним, в Баку прошел международный бизнес-форум. Наряду с другими странами в форуме также приняла участие делегация из Кыргызстана. В посольстве Кыргызской республики в Баку состоялась встреча бизнес-кругов Азербайджана с директором Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики Умбриэлем Тимиралиевым. Мы попросили посла Кыргызской республики в Азербайджане Кайрата Усмуналиева рассказать подробнее об этом. Ну, Баку очень активно проводит различные бизнес-форумы, не только бизнес-форумы, поскольку это такая площадка, на которой проходят очень важные события, не только регионального, международного значения. Вот один из тех бизнес-форумов, который был больше фокусирован на молодежи, вот их участие в бизнесе, проводило несколько агентств. Одно из них, агентство, с которым мы, значит, тесно общаемся, это агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Вот, это агентство, соответственно, оно подписало соответствующие меморандумы с нашим национальным агентством по инвестициям при президенте республики в ходе государственного визита. То есть сложились уже механизмы взаимодействия и, соответственно, с учетом того, что последний год интенсифицировалось наше сотрудничество по всем направлениям и на всех уровнях, это в первую очередь визиты на высшем уровне, это государственные визиты нашего президента в Баку, визит президента Азербайджана в октябре этого года. Понятно, что это был такой сигнал всем, да, о том, что наши двусторонние отношения вышли на самом деле не просто формально, это на стратегический уровень, но и для того, чтобы все это находило практическую реализацию во всех направлениях, в том числе и в области так называемой экономической дипломатии, развития, скажем так, экономической сферы двусторонних отношений. В этой связи, значит, прибыл по приглашению директор Национального агентства по инвестициям при президенте господин Тимиралиев, Умбриэль Тимиралиевич, который активно участвовал в программе, встретился и с директором агентства малого и среднего бизнеса, с господином Арханом Мамедовым. Также он встретился с директором, руководителем «Аспрома». Там тоже очень важная структура, которая занимается привлечением инвестиций в ненефтяном секторе, господином Юсифом Абдулаевым. Также были несколько встреч, но было также и был интерес встретиться с бизнес-кругами непосредственно. Поэтому посольство предложило, и мы реализовали формат встречи директора Национального агентства по инвестициям с бизнес-кругами. Это в основном наши коллеги, наши друзья посольства, с кем мы уже ранее встречались, поэтому оперативно организовали, приняло участие около 20 различных бизнесменов, значит, которые имели возможность, во-первых, выслушать презентацию, доклад нашего директора НАИ, который рассказал, соответственно, вот о тех реформах, которые сейчас происходят в экономике, о проектах, пакете проектов для инвестиций, какие у нас изменения происходят в связи с тем, что мы сейчас хотим развивать, значит, нашу экономику. Вот, особо подчеркнул, что президент Кыргызстана лично сам контролирует исполнительную власть и, соответственно, те реформы, которые идут в экономической сфере. Поэтому его приезд был не случайным в этой связи. И я бы еще хотел сказать, что здешние бизнесмены, имеется в виду азербайджанские, они тоже поняли этот сигнал, который был послан в ходе вот этих вот визитов. Кроме того, состоялось в августе, после 4-летнего перерыва,
четвертое заседание Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, в основном с фокусом на вопросах экономического взаимодействия. Вот. И там тоже обсуждались эти вопросы. Поэтому есть этот интерес, задавались вопросы, особенно которые касались гарантий инвестиций, какие существуют налоговые режимы, какие существуют льготы, преференции. Вот. На все эти вопросы были получены исчерпывающие ответы. Вот. И я думаю, что мы дальше просто продолжим работать уже с заинтересованными, скажем так, бизнесменами, для того, чтобы их связывать с их потенциальными визави в Кыргызстане, и чтобы они работали. В основном крупные эти проекты, они, соответственно, взаимодействовали и с Национальным агентством по инвестициям, поскольку это тот компетентный орган, который определен за то, чтобы сопровождать крупные проекты, оказывать им содействие и максимально укреплять имидж Кыргызстана как государства, в котором можно вкладывать и делать бизнес. Сейчас мы познакомим вас с очень интересным собеседником и человеком, который высоко ценит дружбу, братство и сотрудничество. Заранее сообщаем, что в налаживании сотрудничества и отношений с Кыргызстаном существует огромная заинтересованность. Мы поговорим об этом чуть позже. А пока познакомимся с жизнью и деятельностью Джалила Халилова. Джалил Халилов родился в 1958 году. Доктор философии по политическим наукам, доцент Академии государственного управления при президенте Азербайджанской республики, заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской республики, полковник запаса. Джалил Халилов в 1982 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое училище и с этого же года начал военную службу заместителем начальника заставы в Памирском пограничном отряде Южного пограничного округа СССР, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. В 1985-87 годах служил инструктором политотдела Памирского пограничного отряда. В 1990-м окончил юридический факультет Государственного университета, заочное отделение. С 1987 по 2012 год занимал различные руководящие должности в Министерстве пограничных войск и национальной безопасности, в том числе должность заместителя командующего пограничными войсками Азербайджанской республики по кадровым вопросам. Сегодня он активно участвует в успешной реализации государственной политики руководства страны в отношении ветеранов, воспитании молодежи в соответствии с азербайджанской идеологией, в духе патриотизма и уважения к своей истории. Он внес большой вклад в налаживание тесных связей Республиканской организации ветеранов с государственными органами и общественными организациями. Активное участие ветеранов в общественно-политической жизни страны организует регулярные встречи молодежи с ветеранами в учебных заведениях, различных ведомствах и предприятиях страны, особенно в воинских частях, расположенных на передовой. В 2003 году получил степень кандидата политических наук Академии государственного управления при президенте Азербайджанской республики. В 1982-2012 годах работал на различных руководящих должностях в пограничных войсках Азербайджана и в Министерстве национальной безопасности, начальник штаба пограничной охраны, начальник управления пограничных войск, а также заместитель командующего пограничными войсками по личному составу, заместитель заведующего кафедрой Академии Гейдара Алиева Министерства национальной безопасности, заведующий кафедрой Министерства национальной безопасности. Он ветеран вооруженных сил Афганской и Карабахской войн. Он автор 7 научных книг, доцент Академии государственного управления при президенте страны. Заместитель председателя Республиканской организации ветеранов, является членом пленума Координационного совета ветеранских организаций Российской Федерации, Содружества независимых государств, представителем международной организации «Наследники победителей» в Азербайджане, почетным членом ветеранских организаций СНГ и Всемирной федерации ветеранов. За время службы награжден медалями и орденами Азербайджана и других стран. Джалил Халилов, как заместитель председателя Республиканской организации ветеранов, достойно представляет Азербайджан в зарубежных странах, в том числе в странах СНГ. Не жалеет усилий для укрепления отношений, сотрудничества с соответствующими организациями, продвижения и защиты прав Азербайджана. Джалил Халилов также является автором учебника и программы «Стратегия национальной безопасности», преподаваемой в военных и специальных учебных заведениях страны, а также 4 книг и более 50 научных статей. Очень хотелось меня туркиязычным странам, ветеранским организациям, у нас было взаимоотношение хорошее. Мы в культурном плане, в гуманитарном плане, историческом плане, что мы
друг с другом, часто участвовали в их мероприятиях, изучали исторические данные, и взаимоотношения у нас были хорошие. И то очень много наших ветеранов, которые служили на территории Казахстана, на территории Узбекистана, Киргизия, что вспоминали, как они молодые времена, молодые возрасты, каким образом, где, как служили. В том числе очень много казахстанцев служили на территории Азербайджана. Они сейчас ветераны, они уже люди старого возраста. Очень им интересно было бы воспоминание той молодости, где их прошла служба или других какие-то области гражданские направления работали или военные направления служили и так далее. В этом плане мы, я думаю, мы взаимодействуем. Я, например, очень много представителей ветеранской организации знаю и Казахстан, и Узбекистан, и Киргизия, так и, да, и турецким странах. И хочу, чтобы мы часто проводили встречи и больше взаимодействовали в этом плане. Я проводил здесь мероприятия, например, вот большую конференцию проводил, и 25 стран мира приезжал сюда. Мы проводили конференцию, эта конференция называлась так, «Консолидация всех сил против угрозы мира безопасности». Сегодня дружеские отношения и взаимодействие очень полезны было, что тот традиция была, и что вот традиция развивать, взаимоотношения поддержать, каким-то образом, значит, дальнейшее и молодежь вот это изучал, это историческое данное и продолжал дальше поддержать связи. Приезжали гости нам вот такими подарками нам, это, знаю, там очень популярно, это шляпа, это страна, у нас тоже здесь очень ценится, и мы тоже свои отдавали им, я думаю, они тоже сохранят, мы здесь это памяти всегда уважением относимся, и всегда друзьям показываем, вот здесь какие страны в гости приезжали, и какие наши музеи там очень много. Thank you.